Добрый вечер, друзья. Мы снова с вами. Нет моего группы поддержки рядом, к сожалению. Нет моего селектора, содокладчика. Изоляция. Видимся только через окно. Я мотаюсь, дети сидят дома и теряют иммунитет. Сейчас вы поймете, к чему я говорю. Вот сейчас я вам покажу несколько фотографий. Я не буду долго отвлекаться, не больше 3 минут. Эти дети давно выросли. Это Красный хутор. Это мои первые удачи в чужих садах. Вот. Кто-то 10-12 лет назад эти фотографии уже видел. Но они выросли, надеюсь, здоровыми детьми. Посмотрите, как они одеты. Видели? Вот. А теперь посмотрите на шелковицу. Много их в Сибири. Хорошо, если несколько штук. Вот так. И опять посмотрите на форму одежды. Посмотрите, как дети проводят мое время. Вот. Вот. Посмотрите, как они работают. Работают. Посмотрите, как отдыхают. Снова работа. Посадка первого в жизни саженца, черный абрикос. Вот, вот так они и живут. Они прям так и живут, вот, вот прямо тут. Вот. Здорово, да? Тимошку я не жалею, сейчас поймете. И вода 6 градусов, сами видите. Вот. И этот парень сможет защитить себя еще, когда вырастет. Мы вырастили целое поколение слабых мужчин, фактически трусов. Если мальчишка не умеет драться, он трус. Вот, у него судьба. Или пинать тебя будут, или убегай. А теперь скажу еще кое-что. Вот это Китай, я самое главное хочу сказать. То, что почему-то не говорят по телевизору. Вот это Китай официальный. Вот это Китай повседневный. Вот сколько я спрашивал наших, кто там бывал, каждое утро весь Китай, ну, по крайней мере, все, что они видят, занимается вот так. Почему я показываю? Потому что китайцы, которые первые заболели этим вирусом, у них смертность была только среди пожилых людей. Наши расслабились. Помните, было первое, самоизоляция в 65-ти? Глядя на китайцев, мол, остальные переболеют, кто моложе. Вот, чуть моложе. А кто еще моложе, те, значит, это. А вышло так, что у нас умерших половина меньше 45. Цифры от Китая разные. Вы уже поняли, в чем дело. Самое главное это то, что для того, чтобы не заболеть, нужно иметь иммунитет. Вот, пока они вот так вот себя вели все эти годы, десятилетия, начиная, что когда-то там полстраны было наркоманов, жесткий порядок, расстрелы до сих пор. Пока мы идем по пути наркоты и это, алкоголизации. Вот. Плюс еще не эти долбанные эти самые интернет в виде смартфонов и прочих планшетов, которые снимают, уничтожают биополе, у нас начали умирать. Это страшная тенденция. Никто обратно, улицы пусты, я имею в виду площадки пусты, все делается через зад. Наша нация вымрет, наше место займут китайцы. И все намного, и они сильнее нас. Вот. Я это вывел только потому, что я долго думал, почему у нас умирают молодые. Ответ мой простой и понятный. А это молодые старики. Выборочно не все умирают. Но процент страшный. У них старики, вот, а у нас половина молодежи. А нас и так сильно мало. Вот. Все это привело к тому, что у нас никто ничего не знает и не понимает там на самом верху. Вот. Нет пропаганды, нет здорового образа жизни, нет закаливания. Вот. И вот результат. Разница в этих самых.